А теперь мы едем в село Марьяновка Васильковского района. Оказывается, в этом селе расположены сразу три интересные локации. Село Марьяновка – это родина известнейшего украинского тенора Ивана Козловского. Дом, в котором он провел детство, теперь превратился в прекрасный музей-усадьбу. А еще в Марьяновке сохранились руины усадьбы известного историка и архитектора Эдварда Руликовского. А также очень-очень хочется посмотреть на скифский курган Перепья-Тиха. Иван Козловский – известный украинский тенор, народный артист СССР, и даже поговаривают, что он был любимцем Сталина. Иван Козловский обладал уникальными вокальными данными. Он мог исполнять и оперные арии, и камерную музыку, и духовные песни, и патриотические, и эстрадные, и даже джаз. Несмотря на то, что в СССР благо гражданам могло позволить себе раздавать только государство, Иван Козловский стал первым народным артистом, который за собственные деньги смог построить в своем родном селе музыкальную школу. А еще ему удалось также за собственные средства организовать закупку роялей и других музыкальных инструментов для школьного оркестра. И несмотря на то, что прошло уже столько времени, дети до сих пор на них играют. Ну, очень живописно в Марьяновке летом. Чудеснейшие пейзажи, столько зелени, такие разноцветные поля и луга. Вон коровки пасутся и с опасением смотрят в нашу сторону, когда слышат рев мотоцикла. По легенде, именно на этой земле, в далекие скифские времена, воинственная княгиня Перепья-Тиха вышла на бой с врагом в темную-темную ночь. А утром оказалось, что она ошиблась. Это были совсем не враги, а муж с войском возвращался домой из похода. И на рассвете, узнав о том, что она собственноручно убила своего любимого, Перепья-Тиха наложила на себя руки. Воины насыпали над телами супругов два больших кургана. Тот, что возле села Фастовец, сейчас в народе называют Перепьят. Об этом кургане посмотрите в нашем предыдущем видео. А вот женским курганом Перепья-Тиха в Марьяновке у нас не сложилось. Мы не смогли его найти, сколько ни ходили по полям и лугам. Помаши. Мы приехали в Великую Мотовиловку. Она расположена в интересной живописной холмистой местности. На вершине холма расположен сельсовет. Рядом с ним прекрасный парк. И вот в парке сохранились руины усадьбы Руликовских.
В самом начале 19 века Великой Мотовиловкой завладел польский помещик и археолог Эдвард Руликовский. На том месте, где ранее стоял замок шляхтичей Аксаков, он выстроил двухэтажный кирпичный дворец. Сейчас, на текущий момент, дворец не сохранился. От усадебного дома остались только подвалы. А еще остался склеп католического костела, который составлял с усадьбой единый комплекс. И в склепе сохранились надгробные доски на бывших могилах Эдварда Руликовского и его брата. Вот мы можем на них посмотреть. Я туда боюсь сама идти, Сереж, иди ко мне. Видишь, там даже сверху какая-то дырочка и солнышко. Да, наверное. А вон еще слева стены.